Да, предстоит большая работа. И в наших обычаях сообща добиваться успеха. Всей страной и каждым городом, заводским коллективом и каждой отдельной бригадой. Анатолий Суровцев, бригадир строительной бригады, герой социалистического труда, лауреат государственной премии СССР, настоящий мастер своего дела. Из тех, за которым тянутся, на которых равняются, из тех, которым на деле предстоит показать пример в решении задач, поставленных съездом, и не только показать, но и научить других. Мы работаем в ритме, сами знаете, сутки, 4 квартиры, за сутки мы 4 квартиры делаем. И за 10-ю пятилетку сдали 40 16-этажных жилых домов, это много, конечно. Но а 11-ю пятилетку нам нужно сработать с вами еще лучше, еще качественнее. Анатолий Суровцев – заслуженный строитель России. Его бригада строила дворец съезда в Кремле и дворец пионеров на Ленинских горах, кинотеатр «Россия» и библиотеку иностранной литературы. Более 200 домов для 30 тысяч московских семей. На 26-м съезде он сказал: «Все мы хотим, чтобы Москва стала еще краше, чтобы строилась быстро, добротно и экономично, так, как требует наша партия. Сердце радуется, когда строишь такие дома. Въезжая в них, москвичи новоселы на себе чувствуют политику партии в области жилищного строительства. И надо сказать, очень довольны этой политикой». Как вся страна, Москва вступила в новую пятилетку. Планы огромны, но они по нашим силам.